Впервые в истории сегодня по всей столице Чувашии проходит единый день возложения цветов. Горожане отдают дань памяти и уважения знаменитым жителям республики. Героям, ученым, выдающимся деятелям культуры, увековеченным в мраморе, бронзе, граните. Отлитый из бронзы, с открытой книгой в руке, он возвышается на постаменте. Памятник чувашскому просветителю Ивану Яковлевичу Яковлеву знаком каждому жителю республики. Отдать дань уважения и почтить память собрались школьники, студенты, общественники и волонтеры. Иван Яковлев, Андриан Николаев, Василий Чапаев. Эти и другие люди творили историю Чувашии и Чебоксар. В столице республики более 100 памятников и мемориальных досок. Каждый памятник – это какой-то знак, символ. Памятник говорит. Он застывший камень, но все равно говорит. Памятник еще дорог тем, что напоминает об истории народа, об истории республики. Такая акция прошла впервые, но в будущем может стать традиционной. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Павел Рядков, Республика.